Прошлый учебный год был ознаменован 50-летием школы-гимназии 18 имени Владислава Геннадьевича Соколова. Сколько интересных, важных событий произошло за эти годы. Сколько известных, замечательных людей вышло из стен нашей гимназии. Сколько традиций сохраняется в ней по сей день. Вот уже 20 лет в гимназии действует международная программа по обучению иностранных студентов АФС. За это время в нашей гимназии обучалось 47 студентов из Швейцарии, Италии, Таиланда, Франции, США, Турции и других стран. Слово куратору АФС программы в гимназии Гореловой Ларисе Михайловне. Здравствуйте, дорогие учителя, родители, гимназисты. По традиции 1 сентября мы принимаем свои ряды наших АФС-студентов. Сегодня это две студентки из Италии. Сейчас они представят себя и на русском языке немного расскажут о себе. Привет, меня зовут Елена Мария, я итальянка, я живу в Риме. В Риме я изучаю в лицее, я изучаю испанский, английский и французский языки. Я не знаю по-русски, но я очень хочу говорить по-русски. Я очень рада быть сегодня здесь. Надеюсь, что очень скоро я с вами познакомлюсь, и мы станем друзьями. Хочу пожелать всем интересного учебного года. Здравствуйте, меня зовут Камилла, мне 17 лет, я из Италии, Венеция. Мне очень нравится в России. Я люблю заниматься художественной гимнастикой, играть на скрипке, еще мне нравится путешествовать, делать фотографии, слушать музыку и читать. Я думаю, что мне у вас понравится. Спасибо большое. Конечно, надеемся, что они станут полноправными членами нашей семьи. Им очень понравится в нашей гимназии.